Штраф в 800 тысяч рублей за призывы к терроризму. Военный суд признал 55-летнего жителя Чебоксар виновным по статье «Публичные призывы к терроризму» или «Публичное оправдание терроризма». В прошлом году обвиняемый разместил в сети видеоролик, посвященный религиозной тематике радикального толка с участием членов террористических организаций. В ходе следствия выявлен и знакомый обвиняемого, который занимался восстановлением и переделкой деактивированного оружия. За последние 3 года это уже 5-й приговор за преступления террористического характера. Сотрудники ФСБ просят жителей республики быть осторожными с новыми знакомствами в сети интернет, так как участники террористических организаций активно используют ее площадки для вербовки сторонников.